И всем привет! Вы на канале Vidroid Gaming. Меня зовут Александр. Сегодня у нас новинка, правда, не Google Play, а Топтапчика. Решил поэкспериментировать и оттуда чего-нибудь интересное дернуть. Наткнулся на Химмерленд, скриншотики понравились. Смотрите, кит летающий, ёпрстотем. Кстати, да, я управляю сейчас телефоном, именно гироскопом. То есть, ну прикольно, блин, мы летаем сейчас уже по какой-то поверхности. И можно смотреть по сторонам. Классно сделано. Короче, китайцы молодцы. Ладно, давайте заходим на этот сервер, посмотрим, что это такое. Первый запуск, первый полноценный взгляд, так сказать. Погнали знакомиться с игрой. Итак, у нас, как я понимаю, создание персонажа идет какое-то не очень обычное. Мы ребенком, что ли, будем играть или что? Я вижу female и male. Наверное, male — это же мужчины. Так как это делать-то? А, ну вот, мужики, короче. Либо женщины. Либо что это такое, блин? А чё так все странно? Нифига тут персонажи жесткие. То есть, а зверолюди. Рыболюди. А рыбы есть, интересно, нет? Ёпарас, это что такое вообще? А можно за кита убийцу поиграть? Ну, это я, наверное, да? Блин, а чё за жизнь такая? Я первый раз вижу такое. Ладно, давайте возьмем кого-нибудь обычного, допустим... Ну вот, это ведроид настоящий, да, смотрите, здравствуйте. Берем его. У них еще названия у всех разные, смотрите. Короче, это Актоур. Это Октолов. Это Я хочу таким, все, я выбрал, я нашел себя, окей. Мы крутые пацаны. А что на что это влияет, интересно? Куда я попал? Я честно говорю, я не играл в эту игру, я не представляю, что нас ждет. Так, скин колор. А можно зеленый поставить? Мы будем ведроидом. А где моя сопля? Смотрите, какая кастомизация классная, да? Причесон. Ну, я без при... А я мужик, интересно, нет? Ну, давайте нормальный цвет волос возьмем, какой-нибудь человеческий. Ну, я хочу розовый, определенно. Как порноактриса, смотрите. Ну, лапочка же вообще пипец. Такой, плавнички какие-то, хвостики. Ну, короче, это цвета, это неинтересно, лицо. О, я менять не буду, мне мое лицо вообще нравится чуть больше, чем полностью. Размерчик. Ну, нужны пропорции туда. Как было вот так вот? Золотая середина. Ладно, меня все устраивает. Давайте погнали смотреть мир. И имя подходящее, кстати, да. Погнали. Имя, короче, уже такое есть. А зачем вы мне его предлагаете-то? Ладно, я свое вобью, ёпарсоте. Так, все, наконец-то мы все сделали. Погнали в бой. Посмотрим, что тут вообще надо делать в этом мире. Так, West Mount. Можно выбрать точку респа, как я понимаю, да? О, лава. Можно в лаву? А, ну, то есть без вариантов, только в одной точке. Рождение. Я всегда мечтал летать какой-то жабой с розовыми волосами. А как можно? Скипануть можно это все дело. Скип, скип, окей. Господи, меня что, лагает? Нет, прогружалось просто. Это, походу, какая-то королевская битва, что ли, или что? Ну, погнали, вон. А есть какое-то значимое место? Я пока не понял, как управлять. А, ну тут реверс, окей. Не, ну вы смотрите, какая прелесть. Это же игра моей мечты. Я не разобьюсь? Где парашют мой? Расскажите мне, пожалуйста. Походу, сели. Отлично. Так, что от нас требуется? Привет. Я подтверждаю. А давай не будем разговаривать, ты все равно не по-русски пишешь. Как это проскипать можно? Так, окей, мы появились. Будет максимально непонятно, там еще нам что-то пишут. Ну, ёпарасота. За нами какой-то светит кто-то в нас. А это ММОха, интересно, или нет? Или синглуха? Ну ладно, пойдемте. Так, и здесь есть автобег, как я понимаю, да? А, нет, это... Ну это чисто как движок папка какого-то. Где мои стволы? Тут прицел есть. Я хочу погромче сделать немножечко, можно? Вон пацаны дома строят, смотрите. Ну это же не я построил, правильно? Это какой-то сурвайвал получается, да? Так, нужно взять еще какую-то штуку. Мешочек. Что это такое? Давайте посмотрим. Заюзаем. Подожди, остановись. Подожди, не нервничай. У нас арбалет появился. Так, эквип. Я знаю английский. Так, гид какой-то. Ну, был бы ты по-русски еще гид. Гид. Да, первый минус, короче, пошли. Ёпарас, это что такое? Village Берсерк. Ну, это, походу, нормальный чувак. Я с саблей, смотрите, с какой жесть.
А я могу в камень побить? Вы понимаете, да, какой-то сюр? Жаба с мечом, с арбалетом. Можно добывать что-то. Я вообще не понимаю, что происходит. Короче, что-то добыли. Давай еще. Майним. Сломали. Подняли, нет? Давайте прочитаем, что нам говорят. Вот, смотрите, что нам дали. Фосфор какой-то. Потом камень. И череп. Окей, причем с одного черепа два сразу выпало. Ну, головастый парень был. Ясно делом. Тут у нас наши инструменты и пока все. Ну, прикольно, можно побегать по этому миру, сейчас его поизучать. Вот, мейлбокс. Шо? ЙОПРСТ. Смотрите, сколько гифтов. Сейчас я буду богатый, блин. Но это, наверное, из-за какой-нибудь предрегистрации. Предтеста, а потом это все, естественно, отберут на релизе. Так, ивентики пошли какие-то непонятно вообще полностью. Но русского, естественно, тут не будет. Это точно. Надо, кстати, проверить, а то я не лазил еще нигде. Где моя менюха? Еще бы знать, где менюха. Ой, какой мир, смотрите. То есть мы сейчас вот здесь вот бегаем. Ми, где ми? Вот он. И вот как раз эта башня тут была. Что это такое? Давайте почитаем. Ой, тут квестики появились. Блин, я мечтал о такой игре. Unknown 86 Pace. Давайте туда сходим. Его на карте видно? Ну, где-то там, короче, он был. Дарг, бамба, фишер. Это рыболовная удочка. И, как я понимаю, какие-нибудь снасти. Это что такое? Чувак, с тобой в порядке, все? А, нет, это так просто появилось. Это какой-то портал в какое-то место для трех из трех игроков, как я понимаю, да? Ни черта не ясно. Ну, давайте посмотрим. Итак, мы на месте, тут куча народу бегают. Видать, это какая-то зона охоты. То, что все, смотрите, друг друга мочат. Давайте попробуем кого-нибудь завалить. У нас есть меч. Я даже не знаю, что я за класс. Как я наношу урон? Ну, вроде, смотрите, что-то дамажим. А его надо выделить или что? Почему урон не наносится? Или он супер крутой? Ну, давайте-ка отойдем лучше. Или это у меня лагает так? Просто... Знаете, это какая-то такая полноценная ММОха корейская, в которой нифига не понятно, типа какого-нибудь аркейдж, или как он там правильно назывался, выходил у мейлов. Короче, по-моему, я не дорос еще до этой локации, давайте туда вернемся назад. Там было покомфортней. Итак, мы снова здесь, у нас есть какой-то сундучок, давайте попробуем его открыть. Обожаю тупить в новых играх. А как стрелять-то? У меня там только меч один был. А, мечом, короче, забираем его, добиваем, а этим... Все, я понял. Где вы раньше-то были? А 40 стрел, а где их потом мне брать? Ну-ка, давай. Ага, он еще не зара стреляет. Какая-то муха, смотрите. Вот в нее сейчас можно пострелять. Так еще попасть надо. Блин, она меня заметила, походу. 11 левел. Так, берем меч. И как я тебя достал? Надо было повыше, блин. Добили, нет? Я ни черта не понимаю. Ладно, давайте дальше разбираться. У нас тут есть какие-то цветочки. Мне интересно, чего они дают. Каждое действие дает какой-то кусочек опыта. Смотрите, мы уже второй левел, кстати. Там есть какая-то опасная красная точка. Скорее всего, это опасный зверь. Давайте возьмем стрелы. Да, это медведь. Это про которого нам... 32-й левел. И он охотится. Поход за нами. Нет, да ну его нафиг. А как перезарядиться, интересно? Ну-ка, давайте. Расстреляем последнюю нашу обойму. Что нам скажут? Патронов нет или перезарядка пойдет? Не, нифига, короче, представляете? Да, патроны, походу, не восстанавливаются. Ну, будем с мечом тогда бегать. Надеюсь, он тоже дамажит, потому что он опасно выглядит, по крайней мере. О, смотрите, дерево. Прям рубится. Окей, зарубили дерево. Мы молодцы, мы победили хотя бы... Блин, меня сейчас раздавят. Его можно как-то зарубить? Или просто мы срубили, мы молодцы? Ну-ка, давай, на пенек сел, косаря дал. Еще подсвечивается, смотрите, я это где-то уже видел. Ну, короче, бегаешь, майнишь, все, потом что-нибудь строишь. Давайте посмотрим, что нам говорят. Из деревяшек. Ну, все логично.
Накрафтили 400... Чё, реально 400 стрел, что ли, будет? Ну, давайте посмотрим. Ёбарас, это тут можно разгуляться. Сейчас всех вынесем. Ну, вот классно, да, как, когда обучение делаешь? Нужно скрафтить кемп. У нас все есть. Окей. Чё, куда его ставить теперь? А, тут так просто не поставишь его. Ну, давайте в какое-нибудь отличное место его зафигачим. Вон там, смотрите, что-то прям... Торнадыч, смотрите. Это какая-то здоровая моль летает. Ну, блин, я не хочу к ней идти. Давай здесь поставим. Вот, рядом с камушком. Ну, ставь, давай. Спасибо. Можно восстановить здоровье. Что-нибудь пожарить. А что можно жарить? У меня только... Одуванчики, может, варенье из одуванчиков, наверное, да? Ну вот, короче, крафтим. Где посмотреть-то, что сделали? Походу, нифига не сделали. Так, это мы, красавицы, замечательно. Давайте посмотрим, что тут есть. Итак, ребятки, мы продолжаем. Смотрите, тут рассвело даже радуга. Смотрите, какая красивая стоит. Солнышко, вообще атмосфера классная. Охота побегать по этому. Что это такое, подождите. Тут есть тучка, а тут нету. Окей, прорисовочка какая-то срабатывает. Охота просто бегать по этому миру и ничего не делать, смотреть по сторонам. Так, что нам говорят сделать? Давайте посмотрим. О, вот она вылезла, господи, боже мой. Короче, на нас все висит. И удочка, и арбалет, и меч. Все замечательно. Как на нее сесть? Райд. Ну все, погнали, смотрите. Принц на черном коне. Куда поедем? Наверное, куда нам скажет эта дурочка? Ну вы представляете, да? То есть сидят группа разработчиков и такие думают, давайте нарисуем какую-нибудь непись, которая будет давать квесты. Только обязательно, чтобы у нее рога были сверху, да. И персонаж главный с рыбьей башкой. Ну то есть вот, это какие-то сильнодействующие вещества. По-другому я никак не могу это назвать. Так, окей, ресурсы. Радарчик. То есть мы нашли какую-то луковицу. Ну, погнали на коне. Господи. Ну, хоть бегает красиво, смотрите. А можно прыгать? Да, ёпарасоте. И я на коне, как говорится, да? Мы добежали, нет, до этого лука? Вон он стоит. Прыжок. Ёпарасоте. Дерево какое-то. Ну, давайте собирать. А с коня можешь собрать? Нет, придется слазить. Ну, ладно, побегаем ногами. Не будем мучить коня, то он, видать, еще может потратиться. Или проголодается, потом его кормить придется. Блин, красивое место. Пацан живой бегает. Стой, мужик. Это, короче, как этот. Ну, сурвайвалы всякие, там, лайфафты и так далее. О, это что такое? Это добрый или нет? Он спит. Здорово, мужик. Че, как оно? Че делаешь? Понятно, он какими-то плохими вещами занимается. Какого он левела? Ты меня не ударишь? Телепорт, ладно, погнали сюда. Мы собрали какой-то лук, сейчас мы из него что-то будем делать. Пацан в шоке, прибежала какая-то рыбеха, портанулась к костру, сейчас будет готовить лук, который собрал. Собрали какую-то штуку, можно ее съесть, наверное. Шашлык из яблок, господи, боже мой. Да, нам сегодня не дадут поразвлекаться. О, блин, кто это к нам подошел, давайте посмотрим, ты кто? А тебя можно зарубить? Им, смотрите, им пофиг на наши действия. Я немного не понимаю, как это все работает. Но меня сейчас, наверное, забьют, так что я хочу поставить наш лук. Там лес горит, ёпарасоте. Чё в этом мире? Он меня кастует соплями. Вот это ПВЕ-контент, конечно, я угораю вообще. Ну-ка, давай, получай. Ну да, охотиться с луком это попроще. Лежать, собака. Я тебя сейчас расстреляю. Подождите. Походу, все. Давай посерчим. Search Mastery, короче, качается все. Очень интересная игра, мне прикалывает. Давайте посмотрим, что там горит. Кол. Ну-ка, давайте. Гора бесит меня это. Там какой-то еж появился, смотрите. Давайте его запытим. Погоди, мужик. Что с тобой? Как можно с тобой-то? Я его глажу или что? Короче, мы познакомились с Пэтом. Давай, поймать. Надо его загладить, пока он в обморок не упадет.
Мы его, короче, стерли в порошок. И где его теперь искать? Ну и ладно, пофиг. И погнали смотреть на пожар. Что это такое там светится? Непонятно вообще. Ёпарасота. Все горит. Страшно пипец как. И там это, короче, не облако, это какой-то взрыв. Ну реально взрыв. Я предлагаю, знаете, что сделать? Сесть на коня, поехать в закат и потихонечку закругляться. А что ты спрыгнул-то? Давай запрыгивай назад. Найти какое-нибудь крутое место, допустим, место взрыва. Быстренько туда проскакать. Надеюсь, это не очень далеко. И посмотреть, что получится, да. Open chess. А ключей нет, наверное, да? Он меня не съест. Я знаю, блин, эти корейские игры. Где тебя убивают сундуки. А, нету золотого ключа. Да где мне его взять-то, блин? У меня только удочка есть. Ладно, погнали туда. Посмотрим, что еще есть. Короче, до взрыва еще далековато бежать. Я вообще не знаю, реально ли до него добежать. Смотрите, как квадратная птица летает или что-то такое непонятное. А вот, смотрите, прорисовалась вроде нормально, да. Зато я нашел какой-то дом. Давайте посмотрим, что тут есть. Можно ли к нему зайти в гости? Но он такой не особо целый, зато есть игровой автомат. Или что это, или это печка? Непонятно что. Ну, прикольно. То есть, представляете, да, когда много народу будет играть в нее, когда она релизница, все будет в домах, ты будешь ходить по городам. Классненько. Ой, а что? Нормально все, мужик, с тобой, нет? Ну ладно, пусть будет так. Короче, стены не предел. Опять голуби всякие спят. И давайте посмотрим, как мы плаваем. Типа, у нас же это, вот, удочка есть. Я бы здесь остался на берегу жить. Поставил бы новый себе костерчик. И жил бы. Стримил бы виртуальную свою жизнь. Ой, мы уже в воду зашли. Так, мне... Конь, куда ты идешь, утонешь? Оставайся тут на месте. Давайте попробуем порыбачить. Фишлокацион. Ёпарасоте, смотрите, как это классно сделано. И чё, давай. Ну блин, вот она рядышком уже, смотрите, молнии прорисованы. Охота туда попасть. Поймали, короче, да, походу? Прям реально поймали. Первая моя рыба в этой игре. Давайте посмотрим. Ну, реально рыбёху, смотрите, поймали. Давайте заюзаем ее. Рыба ест рыбу. Ну, как-то странно она ее ест. Окей, мы похавали, мы молодцы. Давайте поплаваем. Ой, мы еще и плавать умеем. Ну, конечно же. И вон голубь какой-то плавает. Ускорялочка, смотрите, пошла. Можно занырнуть, да? Ёпарасота. Ёпарасота, как это круто, блин. До чего техника дошла, да? Давай, переплывай. А нас не схватит этот голубь боевой? Взрыв очень странно нарисован. А конь за нами идет, нет? О, бедолага. Так он бегает по воде. Ну-ка, стой. Иисусе, конь. Запрыгивай. Вот это я понимаю. Вот это сервис. Погнали. Не, он на спринте не бежит. Блин, очень странная графика, но мне нравится, красиво во всем. Кстати, мы уже добежали до заката, а скоро уже сядет солнце. Пойдут всякие разные монстры, наверное, нет? Ну, тут все радостно, короче, я пробежал через кучу мобов, вы это все, наверное, на перемотке увидите. Ни один не сагрился, все замечательно. Потом какие-то, смотрите, страшные деревья стоят. Blizzard Plains. Ну, прикольно, такая ММОха с открытым миром. Господи, боже мой, что ты за это? Устал, что ли, идти или что? Садись давай. Походу взрыв это элемент задничка, знаете. То, что я сколько бы я до него не добежал, бежал он, по-моему, не это. Не увеличивается. Коняра, давай ускоряйся. О, волчара, вот это походу агр, потому что, смотрите, у него башка светится, он находится. А, ну потому что ночь настала, наверное, да? Да и пофиг, мы сейчас на вот этот вот дом залезем. Кстати, заходишь, сразу же появляются контакты с человеком. Коняра, стоп. Конь, нормально все? Наверное, да. Тут тоже, смотрите, этих стоят. Полупечка, полуигровая приставка. Я хочу, блин, дом построить теперь, да. Ладно, давайте вы так сделаем. А вы напишите, что думаете про игру. Если что, можно в нее продолжить играть. Даже вот так вот на непонятных условиях, не дожидаясь русского языка. А я пока на этом закончу. И в следующий раз, если будем играть, то построим какой-нибудь дом, да. А вот, кстати, вулкан, который светится. Окей, да. А пока на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Пока-пока.